Дорогие соотечественники, друзья, уходящий 2020 год был очень тяжелым для нашего народа. Многие потеряли родных и близких. Люди стали беднее, миллионы потеряли работу. Коронавирус показал все системные проблемы в нашей стране, обнажил низкий уровень медицины и образования. И в это трудное для народа время, вместо того, чтобы помочь, режим продолжает воровать, продолжает давить предпринимателей, преследовать активистов и принимать абсурдные решения, которые только ухудшают и без того тяжелое положение наших людей. Многие в этом году осознали, что они брошены один на один со своими проблемами, и этот режим делает жизнь только хуже. Мы знаем, что у нашей страны есть огромный потенциал, чтобы сделать рывок и стать одной из самых развитых стран. У нас есть богатая земля, у нас есть ресурсы и талантливый, трудолюбивый народ. Я не перестану повторять, что мы сможем раскрыть наш потенциал только тогда, когда Казахстан встанет на путь политических перемен и избавится от назарбаевского режима. В этом году многие осознали, что будущее нашей страны в наших руках. По всей стране люди объединяются и готовятся к борьбе с этой властью. Следующий год – это год борьбы. Мы сможем развернуть нашу страну к лучшему очень быстро. Мы победим, как только наш народ поймет, что каждый из нас отвечает за наш Казахстан и за будущее наших детей. Вклад должен сделать каждый. Не ждите мифического лидера. Становитесь лидерами сами. В новом году мы выгоним Назарбаева и все его окружение. Сделаем грядущий 2021 год годом перемен. Следующий год – это наш год. С Новым годом! Алга, Казахстан!